городского собрания, что ли? Да, ИОНФ. ИОНФ. Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт. Здравствуйте, Комсомол. Здравствуйте, депутат Зайцев. Городского собрания Химки. Химки очень приятно. Да, ИОНФ. Скажите, пожалуйста. Давайте я вам все расскажу. Да, расскажите, пожалуйста. Давно работаю. Так, что вас интересует? А значит, что это за машины? Смотри, везут этот мусор. Это станция глубокого прессования ТБО, то есть по переработке вторичного сырья. Так. То есть здесь в основном городской округ Химки. Ну, часть, конечно, везет с Москвы. Привозят сюда коммунальные бытовые отходы, разгружают и здесь сортируют. Соответственно, после сортировки там бумага в одно, пластмасса в другое, это, и так далее, так далее. В том числе и строительные отходы. Сортируется и в дальнейшем перегружается на большегрузные машины, хвосты так называемые, остатки после переработки, и вывозится на Алексинский карьер, клин, полигон ТБО. Все. Клин везут, да? Клин, да. А как сортируется, нам могут показать? А я не знаю, это уже вопросы их. Здравствуйте, Андрей, исполнительный директор. Да. Вы не могли бы нам сортировку показать? К сожалению, без бумаги не могли никого запустить. Почему? Распоряжение сверху у меня такое. А с какого верха, скажите, пожалуйста? От своего руководства. То есть вы нам не можете показать, как происходит сортировка, а что вот это вот за куча здоровая? Это куча, которая вывозится на клин. На клин? Да. То есть у вас как получается здесь как база, куда все свозят, потом большегрузы и повезли в клин или что? Привозится, сортируется. Ага. То, что не подлежит сортировке, это так называемые хвосты, увозится в клин. А то, что подлежит сортировке, то убирается и реализуется. Картон, бутылка, бумага. Просто я так смотрю, там совсем все подряд нанесено. Ну. А откуда везут? Отовсюду. Отовсюду, да. То есть это не только Химкинская область. Да вы не переживайте, мы естественно, мы снимаем. Мы журналисты еще. А, вы журналисты? Конечно, мы. И УНФ, и... А что такое? Да зачем? Зачем я вам сейчас... Не, ну вы знаете, что в Московской области идет большие волнения. Мы приехали для того, чтобы здесь выяснить, какая ситуация. Не навгать, а выяснить, какая ситуация. И для того, чтобы или успокоить, или наоборот ситуацию, так сказать, разруливать. Я понял. Ну вот я вам объясняю, да, ситуация. Какая-то. Поэтому было бы легче, если бы вы нам бы показали, как сортируете. Есть документ с разрешением, приезжало телевидение, снимали, буквально крутили на этих выходных. Значит, по словам скажу, значит, у нас специально передали Роспроднадзор, передали это самое. Вы снимаете это? Да. Ну, конечно. Роспроднадзор часть полномочий передал Министерству экологии, продовольствия Московской области, части отходов полигонов ТБО и мусоросортировочных комплексов. Для того, чтобы в дальнейшем, соответственно, я, извините, без разрешения своего руководства не должен давать всем внимание. Ладно? Извините, но мы должны в УНФ доложить ситуацию. Я тогда не нас сюда на УНФ говорить. Направил. Значит, сюда, здесь осуществляется проверками наших госинспекторов. Здесь считается в соответствии с природоохранной документацией, имеется лицензия на переработку. Все остальное, все вопросы руководства вот этой организации. Да. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Не для телевидения. Самсон Сергеевич. Самсон Сергеевич. Госинспектор Московской области. Хвостов в том числе. То есть эта куча не будет расти? Ну, по мере, настоящий, значит, сейчас я не могу со сложившейся обстановкой. Вы знаете сейчас, что сложилось с отходами, да? Да, мы знаем прекрасно. Мы значит, поэтому сюда вот, и приехали. Ну, вот я уже работаю 6 апреля, куча не возрастает. Вот 6 апреля мы мониторим, как была вот эта куча, так она и есть. То есть она... Это не... Да, Сергей? Что? Не будет, там дальше ничего нет, нет, да? Это полигон, который в настоящее время готовится проектно-техническая документация для того, чтобы рекультивировать его. То есть откосы соблюсти метровые и, соответственно, там метровый саркофаг сделать без грунта. А потом это технический там рекультивация, а потом геологический, посев травы и так далее. То есть будет красивая зеленая горка. Если вы видели Саларио, вот типа такой будет. Ну, Саларио в 4 раза больше, вы видели, побольше. А это такая же аккуратненькая горка. Как, а что на ней будет, не понимаю, как, не знаете? Как говорит ПИК регион в качестве рекламы, что якобы здесь будет, хотят сделать какой-то горнолыжный. Да, да. Ну, эту историю вы знаете.